Друзья, сегодня мы собрались на этом вебинаре для очень крутой аудитории, которая была создана в дружбе с 8 топовыми продажниками внедренными продукта UDS. Эта история называется UDS Club. Это клуб профессионального сопровождения партнеров компании. Представлюсь для начала, давай как-то будем традиции. Да, может быть, кто-то меня не знает, может быть, новичок, да, новый партнер. Меня зовут Александр Лукьянов, я 3,5 года в проекте UDS. За это время построена команда больше 1200 партнеров. Я лично продал 34 лицензии UDS. Моя компания ProConsulting – это компания, которая занимается внедрением, внедрила более 100 лицензий продукта UDS. Мы провели 26, уже 27 тренингов, мы и воспитали более 650 партнеров, которые могут заниматься самостоятельным внедрением продукта UDS. Вот это вкратце обо мне. И сегодня речь о том, как UDS Club может помочь конкретно тебе. Да, потому что прежде всего, да, давайте, мы всегда думаем прежде всего о себе, и наша задача – позаботиться о себе. И поэтому, что такое UDS Club? Это концентрированный опыт 8 топовых внедренцев, топовых партнеров, специалистов по продукту компании BISC. Да? И это то, о чем все очень много говорят, это институт наставничества. Но это институт наставничества, который оформлен в закрытый клуб с платной подпиской. Да? То есть вот первое, да, это закрытый клуб с платной подпиской. Абсолютно понятно, что всем уделить внимание не получится, особенно когда ты топовый специалист. Поэтому мы сделали вот такой вот клуб, который создан. Сейчас, минуточку, ребят. Теперь у меня таких двое. Так, окей, который создан для того, чтобы помогать вам зарабатывать на продукте, да? То есть теперь зацените состав наставников. Состав наставников UDS Club, для того, чтобы вы понимали, из чего состоит этот клуб. Значит, наши наставники, Валера Ольшанский. Я думаю, что я не буду каждого представлять, потому что каждый из этих людей расскажет про то, как... Ну, чем он может быть конкретно тебе полезен. Итак, давайте начнем. Валера, все вы его знаете, это многие из вас работают. Это человек, который закрывает каждую вторую встречу. Каждая вторая встреча проект дежурный мышцы в отеле приводит к тому, что это сделка. Дальше, Юлия Рыжакова. Опять же, не надо никому ее представлять. Да, это сертифицированная школа по внедрению. Топ-партнер по продаже лицензий, крутейший специалист. Таня Курцева, вы все ее знаете по рейтингам, последние 6 месяцев это человек лучший по продажам лицензий в мире. Идем дальше. Таня Слесарева, опять же, каждый из вас наверняка с ней сталкивался, потому что это один из членов юного внедренца, это человек, который профессионально занимается обучением персонала, да, и делает это классно, делает это не просто так, что все в восторге. Да, друзья, я понимаю, ну, как бы, фонит, Жень, фонит. Вот. Идем дальше. Так, Юля, привет. Да, привет. Я просто, Саша, вижу, что тебе сложно сейчас в этот момент сконцентрироваться, поэтому, если хочешь, мы тебе поможем, так как мы здесь вышли вместе на эфир. Да. Я думаю, что всем понятно, Александр только что переехал в другую страну, вчера, позавчера только родился малыш, и все эти там обстоятельства сложились еще так, что одновременно мы запускаем этот проект, поэтому я думаю, что все вот эти шероховатости в нашей презентации вы
примете с пониманием и со всем человеческим отношением, нормальным, я надеюсь. Поэтому, ребята, помогу Александру, хотя, конечно, я думаю, что он хотел максимально выдать сейчас какую-то порцию от себя вот информации, энергии. Да, поддержу именно вот идею того, что этот продукт родился как, наверное, продолжение нашего образовательного продукта, который мы с Александром в рамках школ своих уже делали, и ребята, с которыми мы давно работаем, вот и на вот этой почве профессиональной, они здесь тоже в качестве наставников. Я продолжу, делаю презентацию. Витя Инодорцев – это сильнейший и мощный практикующий внедренец, тоже с большим опытом личных продаж и с большим опытом уже платных продаж внедрения, который, я думаю, тоже в чатах вы и в своих командах знаете Виктора. Юлиана Матусевич, мы долго сейчас, я не буду останавливаться на презентации. Юлиану вы можете знать по НИП-типовым проектам, сложным внедрениям, по сектору B2B, по каким-то отраслям, которые, ну вот, кажутся нетипичными. Это тот специалист, который может брать больших, крупных, сложных клиентов, и она как раз в этом, у нее огромная смелость и большой вот этот вот консалтинговый потенциал, который еще и из банковской отрасли ей по наследству передался, поэтому я ее тоже как профессионала очень уважаю, ценю. И Дмитрий Романов, председатель совета директоров нашей компании, и он мощно развивается в двух направлениях, и в работе с клиентами, и в партнерской программе. И Дима показывает очень классные мастер-классы по работе в автомобильном сегменте, в автосегменте, и привел уже на платформу очень много крупных известных игроков. Я думаю, вы тоже эти компании уже знаете. Поэтому здесь вот такая подборка. И, собственно, все мы в восьмером являемся одним целым продуктом, который называется UDS Club, для того, чтобы передавать уже максимально свои знания, свой опыт, свои какие-то наработки, но не в какой-то волонтерской, да, и в форме, и в формате какого-то энтузиазма, а именно концентрированного и уже отшлифованного, упакованного, структурированного контента, который мы в рамках клуба, видимо, по определенной структуре, как будет выдаваться. Давайте с этим вас познакомим. Какая же у нас цель и задача? Наша цель и задача, чтобы в рамках клуба развивались наши клиенты, наши партнеры и наши внедренцы. То есть здесь давайте посмотрим, в каком ключе это может выглядеть. Мы все понимаем, что в работе с продуктом нам нужны компетенции либо как продавца, либо как специалиста по запуску. И здесь цель этого сообщества, чтобы мы научились забирать максимальные деньги из продукта, а наши клиенты, соответственно, в своих бизнесах могли забирать максимальные деньги из своих направлений деятельности. И каждый член клуба, чтобы научился зарабатывать от 150 тысяч в месяц на продукте, реализуя минимум по 3 лицензии, и мы будем, кстати, бонусировать участников, у которых это получается, подсвечивать, давать дополнительные бонусы за такие результаты. В идеале научились работать в паре и работать в синхроне с внедренцами. Для этого у нас есть и проект «Дежурный внедренец», где это все уже отлажено, как часики работает. Вот наша задача, чтобы партнеры получали деньги из продукта, внедренцы получали контракты, внедренцы практиковались и еще лучше свои консалтинговые компании развивали. Но если в рамках клуба у нас здесь будут присутствовать клиенты, либо потенциальные партнеры, которые хотят узнать больше о нашем продукте, присоединиться к нашему сообществу, это тоже будет здорово. То есть клиенты здесь обязательно найдут свои знания, которые могут применить в своем бизнесе. Саша, листай слайды.
Да, я буквально еще два слова добавлю. То есть в идеале мы видим так, что клуб вообще бесплатный, если ты делаешь 3 продажи в месяц. То есть если каждый член клуба будет делать 3 продажи в месяц, представьте, какие у нас команды будут, какие у нас доходы от продаж нашей команды будут. Да? То есть с каждого по $1, то есть это то, о чем все говорят, да, $5000 в месяц просто с продукта. Если ты научил хотя бы по 3 лицензии в месяц свою команду продавать, то есть это интересно, может быть, тем лидерам, которые хотят вот такой доход получать, у кого большая команда, но команда построена не только просто, потому что люди поедут купить, а потому что каждый из них легко и просто продает лицензии по 3 в месяц через дежурных внедренцев, если он сам не внедряет, либо через свой ресурс, если он внедряет сам. Таким образом, мы получаем большое количество клиентов, большое количество денег с продуктом. Да, наша цель этому научить. Все, Юля, передаю тебе слово, потому что я понимаю, что не все так качественно слышно. Я думаю, здесь уже у нас сейчас возьмет слово следующий наставник, и я хочу представить Татьяну Фурсову. Татьяна, это просто, я не знаю, сколько, где в этой девушке находится столько энергии, столько мощи, столько опыта, и вообще вот удивляюсь, правда, как Танюша успевает, тоже являясь мамой 3 детей, реализоваться в нашем бизнесе, быть спортсменкой, комсомолкой и очень крутой, мощной пачками продавать лицензии. Я думаю, она сейчас как раз расскажет хотя бы в общих чертах, как у нее это получается, и что за какую область... За какую область задач она в клубе у нас отвечает? Танюша, рассказывай. Да. Всем привет! Меня слышно? Да. Все, меня слышно и видно, все прекрасно. Давайте тогда еще раз, да, расскажу, если вдруг кто-то меня не знает. Татьяна Фурсова, я сертифицированный внедренец, профессиональный продавец. И что я буду делать в клубе, за какой блок будет моя ответственность? Моя большая экспертность – это внедрение в розничные магазины косметики. Я думаю, многие уже смотрели и на итоговые годы, и в YouTube-канале кейс корейской косметики Bendby. В принципе, в корейской косметике я считаю, что, наверное, мне равных нет. Спасибо, что слышно хорошо. Поэтому, конечно же, буду делиться внедрением именно в эту сферу. Какие там бывают нюансы, какие там есть фишки. Чтобы вы понимали, я эту сферу настолько глубоко знаю, что вплоть до того, какая маржинальность у какого бренда. То есть даже до таких глубоких моментов я уже дошла именно в этой сфере. Второе. Где еще моя экспертность? Это внедрение в интернет-магазины, которые сделаны на платформе соцсетей. То есть, например, человек продает через Инстаграм. Я вижу, что у него плохо организована онлайн-продажа, и я помогаю с внедрением UDS именно вот в такие бизнесы. Там у меня тоже достаточно много клиентов, высокая экспертность, я знаю, как там работать с конкуренцией, поэтому здесь тоже мой конек. Ну и так, как я являюсь профессиональным продавцом, и в принципе продажи – это моя духовность, конечно же, я буду делиться своими фишками в продаже. Самое главное, что вот я вижу в нашем клубе, чтобы клиента вообще довести до внедрения, нужно его хотя бы довести до встречи. То есть первое – это вообще как выстроить первую коммуникацию с клиентом. Какие еще бывают продажи? То есть такие фишки от меня тоже будут в клубе. Дальше что еще хотела рассказать? Это будет отдельный блок про онлайн-продажи. И, конечно, как продавать не просто продукт UDS, а как еще и продавать внедрение. Не все это умеют делать, и этим тоже буду делиться. Вот, собственно, вот это мой блог. Сейчас я передаю слово эксперту Татьяне Слесаревой. Таня является сертифицированным внедренцем компании Pro Consulting. Она эксперт по обучению персонала. У нее больше 30 кейсов, и ее специализация – это медицина и сфера косметологии. Таня? Таня? Да-да-да-да-да.
Да-да-да-да-да, я тебе передаю. Прощаюсь с вами, друзья, до встречи. Всем добрый день. Танюш, спасибо за переданное слово, за представление. Буквально в двух словах расскажу о себе, почему я здесь. Потому что я в партнерстве с Александром Лукьяновым. Под брендом Pro Consulting мы занимаемся профессиональным внедрением. Я, как и все присутствующие наставники, тоже являюсь профессиональным сертифицированным внедренцем и занимаюсь внедрением на самом деле в самые различные сферы бизнеса. Чем я буду полезна членам клуба UDS Club? Кстати, меня хорошо слышно? Напишите что-нибудь. Ну, надеюсь, хорошо. Никто не пишет, что меня не слышно. Надеюсь, хорошо. Чем я буду полезна? Я человек системный. Мне действительно важно разложить по полочкам на раз, два, три определенный процесс. Я помню, как было сложно мне вначале, когда я при внедрении не понимала, что зачем делать. И также новым партнерам это действительно сложно делать. Вот когда я берусь за внедрение, я действительно самый сложный процесс раскладываю на различные этапы. И я именно этому научу в процессе всех партнеров, которые будут в нашем клубе. Во-первых, процесс внедрения начинается всегда с установочной встречи. Не всегда есть понимание, что спрашивать на установочной встрече, о чем говорить. Я буду рассказывать о том, что обязательно нужно проговорить в процессе установочной встречи, о чем спросить собственника бизнеса. Дальше, обучение. Тот этап, который у молодых начинающих внедренцев действительно вызывает очень много вопросов и много страхов. Как провести правильно, что сказать, чего не говорить, как быть действительно компетентным, да, если ты приходишь в новый бизнес, ты его, не его сотрудник, ты не руководитель, ты должен как-то завладеть вниманием людей, как-то расположить их к себе и к продукту. Именно этому я буду обучать в процессе участия в UDS Club. И этап аттестации, например, да, который тоже всегда вызывает много вопросов. Зачем? Что за возврат к советской действительности? Что за аттестация? Я расскажу о том, для чего нужна аттестация. Для галочки для собственника или действительно у нее есть какая-то реальная польза для бизнеса? То есть вот этапы внедрения любой я могу разложить по полочкам и сделать его легким. Дальше. Я специалист в сфере медицины и бьюти. Самое большое количество кейсов, которые у нас сейчас есть в Pro Consulting, это именно сфера бьюти и, в частности, косметологические клиники. Их у меня больше всего в работе. И я бы хотела поделиться, какие есть тонкости в работе именно с этой сферой, какие есть фишки, какие есть бизнесы, в которых UDS будет работать как часы, а какие бизнесы я бы не рекомендовала использовать, да? То есть это касаемо сферы бьюти. Такие действительно есть. В целом, вот у нас прошел буквально недельный период с того момента, как начали подключаться партнеры к нашему клубу. И уже сейчас я вижу, насколько оплатившие абонемент в полной мере почувствовали поддержку, прям вот действительно мы окутали поддержкой тех участников, которые есть уже сейчас в клубе. При любом возникающем сложном вопросе они тут же моментально получают ответ. Им не нужно переходить в разные чаты, где-то что-то и разыскивать информацию. Прямо здесь и сейчас все наставники сразу же дают ответ на какие-то сложные вопросы. Поэтому нахождение в клубе – это действительно некая привилегия, некая возможность быть ближе к профессионалам и здесь и сейчас качественно продавать и внедрять продукт. Пожалуй, от себя это все. Я вам представлю сразу следующего нашего партнера, наставника клуба. Это Виктор Инодорцев. Тоже действительно человек топ, профессионал с большой буквы, который является специалистом в сфере торговли с доставкой, розница, и в сфере гостиничного и туристического бизнеса. Я сама, занимаясь внедрением, не единожды отправляла партнеров именно к нему, потому что у него очень высокие компетенции в этой сфере. Витя, передаю тебе слово. Всем спасибо большое за внимание. Да, спасибо огромное, Таня. Принимаю марафон. Я вижу, уже здесь ребята как раз очень в тему пишут про мой сегмент. Да, действительно, у меня сложилось таким образом, что магазины, которые розничные, да, пошли в онлайн.
И мы решали эту задачу с помощью нашей платформы замечательной. Но так получается, что вроде бы розничный бизнес, вроде бы все понятно, но в каждом бизнесе настолько много каких-то нюансов и деталей, при которых без детального знания широчайших возможностей наших инструментов в платформе невозможно закрыть сделку. Я сам учился, ну, я относительно молодой участник вообще пула внедренцев, несмотря на опыт именно в качестве партнера. Но я учился у Юлии Рыжаковой, там, у Александра Лукьянова, у моего куратора, да, вышестоящего, у Димы Романова. И только благодаря вот тесному такому обсуждению каких-то детальных вопросов, нюансов именно в чатах, да, именно при обсуждении уже аудиосообщениями какими-то, да, получая обратную связь, можно обладать какими-то вот этими знаниями именно в узком сегменте. Вот, поэтому наш клуб дает сейчас эту возможность всем желающим. Не нужно колбасить отдельно в личных каких-то сообщениях, можно в чате писать все эти вопросы. Вот, дальше, значит, какие еще? Общий пит – это сегмент, который, казалось бы, тоже понятный, но тоже с изюминкой. То есть пекарня, пожалуйста, да, в самый разгар карантина мы настроили очень классно платформу, все работает, все замечательно, там у них есть свои нюансы. Всегда встречается сначала неготовность персонала, что нужно очень качественно отрабатывать. То есть я даже больше становлюсь другом при внедрении персонала, чем собственником. Вот. Об этих фишках мы будем делиться с вами постоянно. И кейс, который у меня сейчас такой, можно сказать, уникальный, наверное, в моем портфеле, это курорт на территории Пермского края, история которого насчитывает порядка, ну, почти уже 200 лет. Вот я вижу, что ребята спрашивали, можно в санаторий внедрить. Можно. На самом деле очень крутой кейс. И он, опять же, нестандартный. Соответственно, вы понимаете, какой можно обозначать там чек за внедрение, за сопровождение, да? Вы можете пользоваться дежурными внедренцами, можете полностью это сосредоточить на своем консалтинге. И вам там, безусловно, нужна будет поддержка, потому что очень много нюансов, начиная с того, что это интеграция с несколькими системами и там маржинальность несколько разная на разных позициях. Вот поэтому со всем этим мы будем вместе с вами работать, делиться опытом, всегда можете на меня рассчитывать. А вообще с нестандартными кейсами повторюсь, что без знания каких-то прям фишек, то есть вы можете не заниматься внедрением, да, профессионально на этом не сосредотачивать усилия. Есть такие партнеры, которые закрывают сделку, отдают на внедрение. Но с таким сегментом, без каких-то фишек, конверсия будет намного меньше закрытия этих сделок. Поэтому следующий наш эксперт, который очень силен, которая очень сильна в сегменте сложных, нетиповых каких-то проектов, это Юлиана Матусевич. Мне очень приятно представить Юлиану и передать слово. Скажу несколько слов, что это сертифицированный партнер по внедрению, компания ID Lab. Более 10 собственных личных продаж, более 20 реализованных проектов по внедрению и более 100 профессиональных консультаций. Я думаю, что те, кто у нас в чате, уже сегодня заметили, насколько профессионально Юлиана дает обратную связь на те запросы, которые, ну, есть по, там, по франшизам, например. Да, это очень хороший сегмент, очень емкий рынок. Поэтому, Юлиана, тебе слово. Благодарю всех за внимание. Пока. Всем добрый день. Витя, спасибо большое за твое выступление и за представление меня. Ребят, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, если меня хорошо слышно и видно. Все, супер, спасибо большое. Скажу тоже от себя. Как вы поняли, у нас сегодня такой формат, когда каждый наставник делится, ну, в первую очередь, наверное, своим видением ценности миссии этого проекта и тем, почему вообще мы приняли предложение Александра и стали частью этого проекта. И второе, делимся полезностями, чем наша экспертность может быть вам полезна в нашем бизнесе. Расскажу пару слов о своем видении.
В первую очередь я воспринимаю UDS Club как профессиональное сообщество не только внедренцев, но и предпринимателей и партнеров, то есть тех компаний, которые оказывают нашим клиентам какие-то сервисные услуги, продают какие-то сопутствующие продукты, то есть с кем мы еще сотрудничаем. Вячеслав, да, привет, земляк, дорогой мой. Вот. И задача нашего клуба – это профессиональное развитие внедренцев, это профессиональное развитие партнеров, которые работают, хотят работать качественно с продуктом, не только в формате внедрения, да, но и в формате продажи лицензий, в принципе, уровня, так скажем, своей экспертности при проведении переговоров с клиентами и потенциальными партнерами. Это развитие наших клиентов не только с точки зрения, так скажем, профессиональной работы, качественной работы и вовлеченности в работу с нашим продуктом, но и развитие предпринимателей как бизнесменов, как управленцев и развитие их как потенциальных партнеров, да, поскольку мы понимаем, что наше направление, наша партнерская программа, она также интересна и предпринимателям, которые ведут какие-то традиционные виды бизнеса. Про контент хочу сказать, что у нас, ну, то есть базовый контент, который дается в школах внедрения, он не будет повторяться, да, то есть у нас профессиональное сообщество, то есть это означает, что та ценность, которую мы будем давать, то, те информационные продукты, плоды нашего интеллектуального творчества, да, и нашей работы в полях, наши наработки, мы будем давать исключительно, да, уже там уровня level up, то есть уровнем, ну, выше, чем тот базовый контент, который дается в рамках школ по внедрению. Вы все профи, и мы будем усиливаться друг с другом вот в этой синергии. Наши клиенты тоже профи в ведении своего бизнеса, да, в работе со своими клиентами. И наша задача будет давать им эффективные инструменты, которые там входят не только в функционал UDS, да, как программного продукта, но и какие-то дополнительные инструменты, проработку в принципе всех сфер бизнеса. В том числе там в этом моя хорошая, я считаю, экспертность, подтвержденная в том, что есть такой, знаете, прям хороший качественный подход к бизнесам своих клиентов. Об этом я всегда говорю на своих установочных встречах, на трехсторонних переговорах. Кто со мной общался в рамках дежурного внедренца, те знают, я всегда об этом проговариваю, что моя задача – это не только техническое внедрение продукта UDS, но и, в принципе, усиление сильных сторон бизнеса и, так скажем, проработка слабых сторон бизнеса, да, то есть комплексный подход к клиентам. И хочу очень важный момент сказать, что наша компания сейчас находится на этапе экспертных продаж, то есть циклы, да, развития любой компании, они, ну, ведут в определенной последовательности, и на сегодняшний момент компания Global Intellect Service и наш продукт находится на как раз этапе экспертных продаж, когда важен профессионализм не только заключенные вот в качественной работе с нашим программным продуктом и в знании его функционала, ну и, в принципе, в знании рынка, знании предпринимательской среды, законодательной базы, знания основных сфер бизнеса, которые сейчас там в росте, в упадке, знания менеджмента и других программных решений, которые на сегодняшний момент на рынке представлены. И вот это вот все мы будем вот в нашем сообществе вам давать, делиться с этим с вами. И сами будем усиливать и свою экспертность в том числе, да, то есть это же такая мощная, серьезная синергия. За какие сферы я буду отвечать, за какие блоки я буду отвечать в рамках клуба, проговорю в двух словах. Ну, конечно, уже как Виктор сказал, за внедрение в сферу B2B какие-то сложные, нетиповые, непривычные для логики нашего продукта бизнесы. Ну, то есть давайте там парочку примеров, скажем, там сейчас у меня в работе есть компания инвестиционная, которая занимается созданием пассивного дохода на объектах недвижимости. Сейчас в работе у меня крупное агентство недвижимости с колл-центром, где мы прорабатываем не только внедрение UDS, но и стандарты сервиса, стандарты продаж и так далее. И, ну, в принципе, достаточно много консультаций, там, начиная от производства гражданских вертолетов, заканчивая там производством рельсовых систем и дистрибьюторских, крупных дистрибьюторских компаний, которые работают с отельными сетями. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, да, и будем делиться этим опытом своим накопленным с вами. Также буду говорить и буду давать очень такой ценный прикладной контент, прикладные инструменты по проработке точек контакта бизнеса с клиентами, про стандарты сервиса и мотивацию персонала. Это то, что лежит в моей, в принципе, экспертной области, ну, там, не за пределами UDS и в связке с UDS, как с продуктом для развития бизнеса, в том числе и аудит бизнеса, да, как понять,
насколько наш заказчик, насколько наш потенциальный клиент вообще подходит нам, и корректно ли будет с ним работать, с нашим продуктом, да, внедрять ему UDS, в принципе, с ним взаимодействовать. Да, то есть вот такие вещи мы тоже будем с вами прорабатывать. Надеюсь, чуть-чуть больше, да, еще больше дала вам понимание ценности, зачем нужно быть с нами, зачем нужно развиваться как профессионалам, и в том числе, да, в нашем сообществе. И хочу передать дальше слово следующему спикеру. Это Валера Ольшанский. Валера, в принципе, в представлении не нуждается, многие из вас его знают, но скажу пару слов, что, во-первых, это так же, как все мы, специалист, сертифицированный внедренец и владелец компании консалтинговой Eva Consulting. Это человек, который просто, мне кажется, танк в продажах и в силу своей харизмы, обаяния, очень успешный внедренец в сферу красоты, медицины. Вот, и очень надеюсь, что мы все получим тоже много ценностей. Уверена в том, что мы получим много ценностей от профессионального опыта Валерия. Поэтому прошу любить и жаловать. У меня все. Всем привет-привет. Юля, спасибо огромное за представление. Как меня слышно? Поставьте семерочки, будем экспериментировать. Отлично, все, меня слышно. Ребята, еще раз спасибо большое за представление. Давайте коротко все-таки расскажу о себе. Может, меня кто-то не знает. Как сказали, да, действительно, я сертифицированный эксперт по внедрению продукта UDS в разные виды бизнеса. Я предприниматель на сегодняшний день несколько направлений бизнеса. Это страховое агентство, это консалтинг, безусловно же UDS. У кого-то двоечка, видимо, меня Максим не слышит, но другие слышат. Из моих достижений на нашем поприще у меня более 30 лично проданных лицензий. Если честно, мне кажется, что сильно больше, чем 30, считал довольно давно. На слайде написано, что у меня более 200 закрытых сделок по продажам, считал буквально вчера более 300. То есть ежемесячно в рамках проекта «Дежурный внедренец» я провожу огромнейшее количество встреч. Это повторные встречи, иногда бывают первичные, кому-то везет. В прошлом месяце, на понимание, мной было закрыто 14 сделок по продажам, 12 из которых это проданные внедрения. Зачастую слышу о том, что 2, 3, 4, 5 клиентов можно вести в месяц одновременно. Это какая-то, да, такая страшная история. В прошлом месяце мной и моей командой было взято на внедрение 12 контрактов, и в этом месяце еще только начало, да, 10 число, еще плюс 5 клиентов. Ниши моей сильной стороны – это бьюти-индустрия. Я почему-то прославился, да, как эксперт в бьюти, но на самом деле кейсов у нас колоссальнейшее просто количество. Моя сильная сторона – я стараюсь не идти стандартным путем, я ломаю системы, нахожу более какие-то эффективные модели внедрения инструмента. Есть много очень нестандартных кейсов. Прославился я, наверное, тем, что когда партнер прошел все круги ада, обратился к одному, ко второму, к третьему, ко мне часто приходят люди, говорят: Валера, все послали к тебе. То есть что-то можно придумать. Аналитический склад ума, да, тоже сторона. Я тот человек, который внедрил первую лицензию UDS в страховании. Точнее, попыток было много, но мы действительно сформировали кейс. Кейс очень громкий, качественный. Многие после просмотра даже сомневаются в правдивости тех цифр, которые мы показывали. Но это все абсолютно истина. И огромное количество предпринимателей на них смотрит и принимает положительное решение. Но еще из нестандартных историй сейчас мы занимаемся запуском в детский журнал. То есть, как вы понимаете, здесь подборка таких хороших, приятных извращенцев, которые не боятся никаких сложностей, всегда ищут новые варианты. Ребята, надеюсь, не обидитесь за это слово. Мы идем и развиваемся. Мы понимаем, что мы занимаемся очень крутым продуктом, у которого колоссальнейший потенциал на рынке. И мы точно этот потенциал видим, мы его оценили, посчитали, перевели в деньги. Безумно благодарен Александру за этот проект UDS Club. Все вы прекрасно знаете, наш продукт – это дежурный внедренец. Родоначальником, его вдохновителем был Александр Лукьянов. Вот UDS Club – это тоже продукт Саши, за что я тебе, Саша, безумно благодарен. Что я хотел бы, наверное, от себя дополнить. Ребята сказали очень много.
Я живу с одним инсайтом, с одной фишкой. Когда мы чему-то учимся, к чему-то стремимся, ну, понятно, где нужно учиться. Но учиться у лучших – это мало. Да, у нас действительно очень много сильных, качественных партнеров. Их огромнейшее количество, разные школы, обучающие внедрению и так далее. Очень много качественных вебинаров, продуктовых обучений. Какой я словил инсайт? Нас здесь 8 человек. Каждый из нас имеет в среднем 3 года практики работы с UDS. Это причем 3 года очень активной практики. Ребята говорили о том, что каждый из нас отвечает за тот или иной блок внутри клуба. Но немножечко приоткрою закулисье такое. Тот контент, который дается в рамках клуба, он действительно эксклюзивный. Эксклюзивный он в чем? Каждый из нас имеет очень высокую компетенцию в той или иной нише. Но каждый вебинар, каждая презентация, каждый файл с фишками, с лайфхаками, которые будут высылаться и предоставляться членам клуба, он четко выверен всеми 8 наставниками. То есть при подготовке каждой презентации происходит довольно серьезный, лютый мозговой штурм, и контент просто шпигуется именно практикой, очень высокой практикой. И если посчитать, 8 человек по 3 года жизни, в рамках клуба вы можете получить довольно сжатые сроки, опыт 24 лет жизни успешных партнеров UDS. Вот, наверное, это ключевой профит, который я вижу для себя, и я просто от этого кайфую. Ну что, пойдем дальше. Действительно, меня, в принципе, многие уже знают. Пришло время поговорить о цене. Мы анонсировали, да, выход клуба, соответственно. До 19 числа у нас есть спецпредложение для всех тех партнеров, которые хотят попасть в это сообщество и получать очень качественный, структурированный контент. Членство до 18 числа включительно. Саша, спасибо за поправку. Да, 18 числа в 12:00 карета превратится. Соответственно, цены поднимутся примерно на 50%, поэтому слушайте внимательно. У нас есть 3 тарифа. Я для себя разделяю это таким образом. Если вы новичок, если вы хотите понаблюдать, если у вас есть потенциальные клиенты, которым чего-то не хватило, чего-то недозакрылось, если вы являетесь, Юля, привет, если вы являетесь потенциальным партнером, или у вас есть потенциальные партнеры, которые получили информацию, но чего-то им недостаточно. Как у нас со связью? У меня видео чуть-чуть зависает. Поставьте 5, если все хорошо. Отлично, все хорошо слышно. Соответственно, если у вас есть потенциальные партнеры, которые получили информацию, им чего-то немножко не хватает. Соответственно, либо вы просто новичок, который хочет понаблюдать и в спокойном режиме вливаться в наш бизнес. Для вас подойдет тариф старт. Я сегодня поговорю в основном о ценах, о тарифах. Скажу, что дает каждый тариф. Начинаем с тарифа старт. Каждый член клуба на этом тарифе получает доступ в закрытый чат поддержки UDS Club. В этом чате поддержки все 8 наставников отвечают на любые вопросы по внедрению нашего продукта, про фишки, что куда можно, что нельзя, как, какой лайфхак и так далее. Абсолютно каждый участник на этом тарифе может получать эту информацию. Представляете, какая ценность это для ваших потенциальных клиентов, которые зачастую говорят, ну, у них работает, а вот у меня не будет работать или в моем городе не будет работать. Здесь есть возможность услышать ответ от 8 экспертов в абсолютно разных областях. Далее, будет доступен телеграм-канал Pro Club, в котором 2 раза в неделю вы будете получать фишки и лайфхаки по внедрению. 1 раз в неделю – это специализированный вебинар, нишевые вебинары, очень конкретная детальная информация. Что такое фишки от нас? Практика 8 человек. Мы разбираем какую-то нишу, и мы даем вам четкую подборку фишек, лайфхаков, каким образом можно продать, каким образом можно внедрить в ту нишу наш продукт. Следующее – это агентские вознаграждения за привлечение партнеров, за продвижение партнеров клуба. Это уникальная история. Александр Лукьянов, он здесь мастер спорта. В этом блоке Саша сегодня зашел, в принципе, показал нам мексиканское небо и то, что бизнес можно строить на лайте, неважно откуда. Вот, соответственно, Александр будет делиться, как можно еще попутно зарабатывать, ну, довольно неплохие деньги, на мой взгляд. Не буду открывать
всех деталей, но там хорошие деньги, в принципе, на пассиве сидят, в том числе и в партнерских программах от МТС, клуба, БКС, очень-очень много предложений. Соответственно, личный кабинет внедренца для просмотра закрытых онлайн-вебинаров. Соответственно, весь контент, который дается, он выверен, доступен только членам клуба. У каждого из вас будет свой кабинет, заходя в который, вы получаете доступ ко всем материалам. Далее, специальные цены на услуги дизайнера, копирайтера, тренера по обучению и персонала. Мне кажется, это уникальная штука. Я два с половиной года я занимаюсь уже внедрением. Поверьте, я пробовал огромнейшее количество специалистов. Кто-то подводит по срокам, кто-то задирает цену, кто-то с качеством хромает. Мы 8 человек, соответственно, мы выверили, оценили подрядчиков по тем или иным критериям, соответственно, у вас будет возможность обращаться к ним и получать льготные какие-то предложения. Далее, еженедельное развивающее задание с кейсом по внедрению. Ребята, это просто бомба. Соответственно, можно быть просто наблюдателем, а можно немножечко потренировать свой мозг. Соответственно, мы будем готовить определенное задание, то задание, которое помогает вам вникнуть в процессы и в возможности инструментария UDS. То есть, знаете, как шторы, да, вот мы будем раздвигать, чтобы вы понимали, нас, вы и ваши потенциальные клиенты, потенциальные партнеры реально начали оценивать, что UDS – это не просто штука про бонусные баллы или какую-то историю. Соответственно, это очень мощный инструмент. И когда я слышу вопросы, да, туда ли можно, а сюда можно? Можно куда угодно, если предприниматель видит развитие своего бизнеса. С помощью нашего инструмента выгоды получить однозначно можно. Соответственно, далее. Участие в рейтинге клуба, где за каждую продажу будут начислены баллы с обменом на призы и подарки от наставников. Ребят, ну это круто, да, соответственно. Мы все понимаем, что такое геймификация, вовлечение. Абсолютно каждый из наставников нацелен исключительно только на результат. Мы те люди, которые ценят каждую минуту своего времени, просто так болтовней заниматься не хочется. И вот для тех партнеров, которые делают результат, безусловно, у нас будет своя программа лояльности, они будут поощряться. Про это уже и Таня, и Юля говорили. Соответственно, есть полный процесс вовлечения и структурированный качественный контент. Вот Юля, благодарю, да, Юля сейчас выслала ссылочку на карту клуба в UDS. Вступайте в нашу программу лояльности, также приобрести любой тариф можно через мобильное приложение UDS, эквайринг подключен, ну, в лучших традициях, как говорится, правильных внедренцев, там все заполнено и настроено. Стоимость такого тарифа не 2500 рублей в месяц, да, до 18 числа включительно, как мы говорили, спеццена при оплате за квартал 990 рублей в месяц, да, но с математикой, думаю, у нас всех хорошо, пересчитаем. При оплате за 6 месяцев предоставляется еще дополнительная скидка 20%, это 790 рублей получается в месяц. При оплате за год скидка 40%, 600 рублей в месяц. Но по факту вы все понимаете, что это 3 стакана кофе, 3 стакана вкусного кофе. Максим, перезагрузитесь, либо посмотрите чуть позже в записи. Окей, идем дальше. Соответственно, если вы тот партнер, которых хочет начать реально зарабатывать, двигаться, разбираться внимательно, понять, что такое продукт, открыть для себя рынок внедрения. Да, ну, на понимание скажу про себя, в прошлом месяце, ну и на протяжении нескольких месяцев я научился только на внедрении, на одном направлении бизнеса зарабатывать более чем 300 тысяч рублей. Я научился из внедрения уйти из самозанятости в реальный бизнес. То есть можно все делегировать, выстроить процессы, этим мы также с вами со всеми будем делиться. На тарифе Pro какие есть отличия? Помимо того, что я перечислил, у вас будет круглосуточный доступ к библиотеке знаний по внедрению. Ребята, что это такое? За это безумная благодарность Александру, Юле. Ребята наработали за все эти года огромный пул документов, чек-листов, стандартов, заходов, подходов и так далее. Они готовы с вами всей этой историей поделиться. У вас будет доступ ко всему, что необходимо для профессионального внедрения и профессиональной продажи лицензии UDS. Это очень важная история. Далее. Круглосуточный доступ ко всем эксклюзивным вебинарам канала ProClub в записи. То есть все, что мы даем, контента будет очень много, понятно, да, я думаю, что вы знаете, что сходу заходит к нам процентов 20, наверное, информации ложится, дальше многое необходимо переварить, и эксклюзивный контент, его можно пересматривать один, второй, третий раз, четвертый, и все это пластами ложится. Зачем вам это надо? Посмотрели сегодня,
какой-то вебинар, вы поняли, куда можно пойти. Да, медицинский центр, бьюти-индустрия – это очень узкое понятие. В каждой нише есть своя специфика и очень сильно широкая. Увидели контент, шоры сняли, туда пошли. Дошли до предпринимателя, увидели, услышали какие-то возражения, еще что-то, и вы поняли, что немножечко не хватает. Вот в любой момент времени вечером пообщались с предпринимателем, сказали, стой, мне нужно время до утра подумать, подготовиться. Соответственно, пересмотрели контент записи, утром ему дали конкретное готовое решение, которое позволит, соответственно, вам закрыть сделку по продаже лицензии и быть подготовленным с точки зрения внедрения. Далее, круглосуточный доступ к записям тренингов по внедрению. Здесь у меня вообще нет, в принципе, никаких комментариев. Все вы прекрасно знаете, что школа по внедрению – это прорыв для любого партнера. И это прорыв, наверное, не только с точки зрения в том, чтобы начать зарабатывать на внедрение. Не знаю ни одного партнера, который прошел бы тренинг по внедрению и не понял, как продавать лицензии UDS. Соответственно, абсолютно другой взгляд, абсолютно другой масштаб. И вы, наверное, получаете полную картину, каким бизнесом вы начали заниматься. Вот у участников клуба, у членов клуба на втором тарифе есть возможность просмотреть в записи вебинары, тренинги по внедрению, внимание, Александра Лукьянова и Юлии Рожаковой. Честно, сам я к Саше на тренинг ходил, хочу еще, у Юлии я ни разу не был. Для меня это тоже очень крутая возможность, потому что best practice. Далее, посмотрели вебинары в записи, приняли для себя осознанное решение, готовы ли вы забирать этот рынок и хотите ли заниматься делением пирога, да, как рынок консалтинга и внедрения UDS. Выбрали того из наставников, с кем вы хотите проработать в офлайне или точно конкретный тренинг по внедрению, пошли к нему уже, соответственно, в офлайн и обучились для сертификации, для получения сертификата. Далее, по второму тарифу, его цена до 18 числа включительно не 5000 рублей, да, спеццена до 18 при оплате за квартал 1890 в месяц, при оплате за полгода 1512 в месяц, при оплате за год 1134 рубля в месяц. Скидка 40%. Ну, предложение, оно, мне кажется, более чем привлекательное. Посмотрите, примерно даже, да, сколько стоит тренинг по внедрению у кого-то из ребят. Ну, здесь ценность дополнительно даже и нечего продавать, это вау. Соответственно, и есть также, если вы партнер, который уже хочет прям так по плотной зайти и в продукты внедрения, начать действительно зарабатывать серьезные деньги и перейти из разряда продавца, из разряда самозанятого именно в конкретную хорошую качественную прокачку себя как предпринимателя и получить опыт, перенять опыт кого-то из наставников конкретных, есть другой тариф, соответственно, это тариф VIP. Что он в себя включает? Почему-то не увеличивается у меня картинка, соответственно. Давайте скажу своими словами, более детально вы сможете посмотреть на сайте UDS Club. Вы получаете личное сопровождение, то есть можно купить тариф сопровождения кого-то из наставников, персонально. То есть члены клуба на этом тарифе получают обратную связь по каждому домашнему заданию от конкретно своего наставника. Если у вас запрос на какого-то клиента, на какой-то кейс по внедрению, вы можете с ним обратиться к своему персональному наставнику, он вас проконсультирует. Вы получаете одну коуч-сессию в неделю, да, на протяжении там, часа или двух, в зависимости от группы, которая есть у наставника, на котором идет индивидуальная проработка ваших вопросов, с которыми вы столкнулись. По факту это один на один получение опыта кого-то из наставников. Это стоит очень серьезные, очень больших денег, в принципе, это стоит. Да? Называем вещи своими именами. Соответственно, что еще, да, какая история? А, все, ключевое, забыл. Вы имеете возможность, то есть члены клуба на тарифе VIP имеют возможность использовать один час времени своего наставника в концепции UDS, безусловно, да, по своему усмотрению. Если вам нужно провести установочную встречу с каким-то предпринимателем, кого вы боитесь, если вам нужно провести обучение, если вам нужно провести встречу с нуля и так далее, то есть каждый член клуба на тарифе VIP имеет право использовать час времени наставника на свое усмотрение с точки зрения личной прокачки, коуч-сессии или проработать с конкретным клиентом. Соответственно, стоимость тарифа при оплате до 18.10 – 7890 рублей в месяц. Здесь оплата помесячная. На этом у меня все, наверное. Ребят, хочу передать слово
Юлии Рожаковой, ее уже представляли. Это наш друг, партнер, я очень горжусь тем, что мы с Юлей знакомы, работаем вместе, ее достижения, заслуги уже сегодня говорили. Юль, передаю тебе слово. Благодарю. Спасибо. Я увлекся, да, мне кажется, как всегда. Все отлично, тебя было слушать, одно удовольствие. И на самом-то деле, несмотря на то, что, Валер, ты ювелирно продаешь, это просто мастер-класс. Мне кажется, я вообще вот люблю, когда в деле, да, человека посмотрели. Несмотря на это, на самом деле возвращаемся к тем целям и задачам, с которыми мы сегодня вышли. Это укрепить наше сообщество, наш продукт. Мы хотим развиваться. Вы знаете, какие цели у компании – получить 25 тысяч клиентов. И этот проект – это еще один из инструментов. Это просто один из наших инструментов, которым вы можете пользоваться. Да, это платная история, это значит равно для нас обязательства, которые мы на себя берем, чтобы действительно вы не разочаровались и получали здесь ценность для себя. С другой стороны, мы, естественно, монетизируем какое-то свое время с вашей вот такой поддержкой, и мне кажется, что цена, ценность здесь абсолютно оправданы, поэтому не вижу никаких, скажем так, причин раздумывать над тем, участвовать в этом или нет. Поэтому напомню, что будет входить в клуб. Это еженедельное обучение, то есть мы будем делать вебинары каждую неделю, мы будем давать библиотеку знаний. Еще ребята, наверное, забыли сказать о том, что мы будем библиотеку кейсов, именно упакованных в формате одного слайда делать, то есть подбирать из нашего своего личного уже там портфеля, да, и портфеля наших крутых коллег, брать интересные кейсы и запаковывать их именно в одностраничники, которые вы можете пользоваться именно для закрытия сделок, да, для того, чтобы ходить на какие-то переговоры. Вот, поэтому все эти блага требуют какой-то от нас отдачи, инвестирования своего времени, каких-то инструментов и какой-то подготовки определенной. Понятно, что этот клуб, он существует в таком закрытом режиме и в том числе формирует определенную ценность для вас. Саша, можно следующий слайд? Здесь, мне кажется, мы просто финалимся и еще раз вспоминаем о том, какая у нас миссия. Конечно же, я тоже хотела сказать о том, что самые вкусные условия, они в начале. И это наш старт. Это, наверное, сейчас то время, где мы отшлифуем очень много через вашу обратную связь на вот первый, второй месяц, где мы получим много обратной связи и улучшим созданный продукт, да, наш стартап. Но вот эти условия, они, конечно, сейчас, может быть, они вам тоже показались смешными. Я когда слушала Валеру и думаю, не продешевили ли мы, а на самом деле, что это абсолютно доступно любому из наших партнеров, и в том числе клиентам можно предлагать участие в клубе. Не забываем о том, что здесь есть партнерская программа, а значит, вы тоже можете рекомендовать участие в клубе в своих командах и, соответственно, участвовать в нем абсолютно бесплатно. Поэтому добавьтесь, ссылку уже сбросили сюда в канал, добавьтесь, подпишитесь на лицензию UDS Club и посмотрите внимательно, какие есть тарифы и какие бонусы. Они, кстати, еще не все у нас там представлены, но мы будем постепенно расширять линейку бонусных каких-то своих предложений для того, чтобы вы могли с легкостью и с интересом делать рекомендации своим коллегам и друзьям в рамках нашего проекта. Добро пожаловать в клуб. Я думаю, что мы со всеми с вами увидимся уже сегодня или завтра в нашем чате. Там тепло поприветствуем друг друга. Перейдем на какой-то новый следующий этап в нашем бизнесе и уже стартанем. Приедем в Сочи, встретимся участниками клуба в Сочи и здорово там отожжем и вместе проведем еще время офлайн. Спасибо большое, Саша к нам
вернулся на пару минут. Мы как раз классно укладываемся в один час. Передаю тебе слово, Саш. Всех была рада видеть. Спасибо. Юля, спасибо большое. Да, друзья, мы финалим. Я думаю, что всю информацию полностью мы дали, в чем заключается миссия клуба, как она может конкретно тебе помочь, что ты из этого можешь получить, кто тебя будет сопровождать. Все дали полностью. Мое последнее уточнение. У нас завтра уже пройдет самый первый вебинар. Это только вебинар для тех, кто, ну, скажем так, стали самыми-самыми первыми. Вот есть всегда в любом начинании есть последователи, да, те, которые идут за другими, а есть те, кто самые первые. Вот для самых первых, для тех, кто уже оплатил тариф клуба, кто сделает, кто успеет это сделать сегодня, да, завтра у нас уже первый вебинар, на котором мы только кто, значит, уже вступил в клуб, дополнительные плюшки. То есть до воскресенья у нас спеццена, а те, кто сегодня принимает решение, завтра первый вебинар, и мы дадим еще дополнительные плюшки, еще дополнительные подарки, о которых узнают те, кто будет завтра. Вот, поэтому не теряйте времени, думайте о том, как впитать максимальное количество опыта топ-партнеров, это отличная возможность. Юля, напишем сейчас по времени вебинара, вторая половина дня завтра, да, и сейчас напишем время вебинара на завтра. Друзья, всем спасибо большое. У нас еще осталось немножко времени. Я сейчас остановлю запись, и мы будем готовы ответить на ваши вопросы, как обещали. Так, все.